Я буду ждать вас здесь. Если я не вернусь через час, уезжайте и свяжитесь со штабом. Раньше вы не были столь пессимистичны. Можете назвать это предчувствием. С этим заданием что-то не так. Пожелайте мне удачи. Хатори-сан ждет вас где-то в селении.
Это я, доктор Санта. Нравится? Это наша новейшая разработка. Электронный скворец-ретранслятор 7-й модели. Через него я буду поддерживать с тобой связь, пока ты на задании. Ну и чем могу помочь? Осторожно. Противники реагируют на любой звук, поэтому старайся производить как можно меньше шума. Что это за звук? В первую очередь Палась. Тебя выдает звук шагов. Учись ходить на цыпочках. Помни, одни материалы усиливают звук шагов, а другие, напротив, приглушают его. Так по снегу или траве можно передвигаться гораздо тише, чем по кафелю. Также постарайся не опрокидывать пустые бутылки и горшки с цветами. Это привлечет ненужное внимание. Старайся застигнуть противников врасплох, иначе они непременно поднимут тревогу. Убив противника, не оставляй его труп на виду. Лучше оттащи его куда-нибудь в укромное место. Что это за шум? Я здесь! Так что действуй быстро. Попалась? Я голодна. Ты только что поела. Я ничего не могу поделать. Я! Тревога! Ты заплатишь за это! Не уйдешь! Меня не уйдешь. Не уйдешь.